Конференция продолжается. С нами еще один участник сессии, Зоя Маханева. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, о чем вы будете сегодня беседовать с коллегами, в какой теме выступаете? Мы участвуем в сессии логистики, и мы будем говорить о совместном прогнозировании. Впервые выступаете на таких конференциях? На такой конференции впервые. Участвовали раньше в других конференциях, там, либо с другими ритейлерами, либо других сообществ профессиональных, но вот на такой конференции впервые. Тогда как оцениваете уровень подготовки мероприятий, насколько сами волнуетесь? Ну, в таком формате я впервые участвую. До этого это были либо полностью офлайн-конференции в живом формате, либо полностью онлайн-конференции. Это некий такой гибридный новый опыт. Ну, в целом, немного волнительно, но я думаю, что все будет хорошо. Зоя, расскажите о конкретных тезисах, которые сегодня хотели бы затронуть вместе с коллегами и, скажем так, поспорить о них. Ну, мы будем говорить о прогнозировании, что является основой и базой для всех процессов, по большому счету, любой компании, и о передовом таком как бы направлении или развитии этого процесса, о совместном прогнозировании между клиентом и поставщиком. Мы принимаем участие сейчас в проекте с X5 по совместному прогнозированию. Хотим поделиться, первое, своим каким-то опытом и первыми наработками, впечатлениями от этого процесса, результатами этого. Хотим услышать мнение коллег тоже, где они находятся по этому процессу и какие, может быть, идеи родились у них, ну, то есть обмен мыслями и с коллегами по цеху, скажем так, и в то же время поделиться своими, уже своим опытом с другими, может быть, это будет кому-то полезно тоже. Вообще, в целом, обмен опытом – это важная составляющая сессии? Да, я убеждена, что, в общем-то, это одна из основных одно из значимых факторов, для чего эти конференции проводятся, потому что каждый из нас работает в каком-то своем направлении, мы движемся, и, естественно, если мы обмениваемся и делимся нашими наработанными практиками, мы совместно двигаемся быстрее, лучше, выше, дальше. Зоя, огромное вам спасибо, желаем вам удачи на сессии и успешного выступления. Спасибо.